Нет ничего проще, чем боксерский поединок. Попадай как можно больше, пропускай как можно меньше. Но это только в теории. А на практике сделать так, чтобы в тебя не попали, очень непросто. Приветствую вас, борзые шершни. С вами Федорович, а в этом видео мы посмотрим на моменты, когда боксеры демонстрировали невероятное мастерство защиты, которое Нео из Матрицы с его пилюлями даже и не снилось. Сауль Альварес для многих любителей бокса этот парень идол. Не только тем, что он делает в ринге, но и тем, как ведет себя за его пределами. Все знают про невероятную мощь удара Канело, но не стоит забывать про его не менее невероятные умения защиты. Работу корпусом и уход от ударов головой Канело довел до настоящего искусства, а в объединительном бою за три пояса против Остина Траута он продемонстрировал свою технику обороны во всей красе. По окончанию 12 раундов перформанса Сауль одержал победу единогласным решением судей, а Траут рассказывал, как недооценил мексиканца и насколько он хорош. Тайсон Фьюри – цыганский король, который параллельно является королем тяжелого веса, имея совсем не спортивное телосложение, которое многие фанаты привыкли видеть у бойцов 90-х. При росте 206 сантиметров и весе около 120 килограмм, цыган двигается в ринге, как молниеносный носорог, показывая технику защиты добротного средневеса. В своем поединке против Шварца он продемонстрировал, что такое мастерская защита у канатов с опущенными руками, не пропуская ни одного удара, а затем уничтожая оппонента. Василий Ломаченко – икона бокса для многих фанов, благодаря своей невероятной технике и работе ног. Он, как настоящее воплощение Нео из «Матрицы», продемонстрировал фантастические чудеса в своем поединке против Сосы, в котором хай-тек был просто неудержим и блистал во всей красе, издеваясь над соперником, как муравей над рафинадом. Но, видать, Соса не до конца понимал, что происходит в ринге, поэтому умудрился после пятого раунда своим трэш-током еще больше разозлить Васю, который в шестом просто глумился над американцем. Right, so I think I'm out here for this. So it's easy to be brave when you're not getting hit.
После 8 раундов тотального избиения Джейсон решил, что с него хватит, и на 9-й раунд уже не вышел. 110 of 164, 67% break for Floyd Mayweather. You see how Mayweather will stick his jab in between all those quick jabs and throws. Флойд Мейвезер – человек с мешком денег, к которому можно относиться по-разному. От глубокого презрения до небесного восхищения. Но кто бы что ни говорил, он всего добился кулаками и был настоящим мастером защиты и контратаки, что делало его защитные действия очень опасными для противника. Его чувство дистанции, оттяжка от удара и контрпанч правой рукой – это искусство, которое многие боксеры испытали на себе. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, какую защиту предпочитаете вы. А поддержать канал и получить мою благодарность вселенской силы вы можете, став спонсором канала даже за символическую сумму в пару долларов по ссылке в описании или возле кнопки подписаться, увековечив свое имя в конце видео и получив плюс 100 к карме. А если вы хотите привести себя в форму и освоить навыки самообороны и ударной техники, подписывайтесь на мой второй канал по ссылке в описании или забирайте бесплатные видеокурсы также по ссылкам в описании. Также подпишитесь на телеграм-группу «Движуха с Федоровичем», куда я даю полезные фишки, наработки, мотивирую и анонсирую предстоящие спортивные движухи. Благодарю за просмотр и настойчивость в тренировках. Пика! Защита! Нога где-то, раз-два! Переваривай! То вы любого человека, вот я могу двумя пальцами взять у человека вот так вот кадык достать, понимаете? Не напрягаясь. Как бы не отходим от этого образа, представляем, что мы медведи. Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Хоба! Хоба! Опа! Вот так!